активизирует воображение. Звук «о» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Счастливые цвета для владельцев этого имени являются оттенки розовато-лилового, фиолетового или пурпурного цвета. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Иногда они чересчур беспардонны. Представители этого имени обладают врожденным чувством справедливости, предъявляя жесткие требования не только к другим, но и к себе. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Носители этого имени, родившиеся под числом 3, гармонируют с теми, кто родился под их собственным числом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.